якого обожнюють всі дівчата і навіть хлопці – шанувальники модного одягу. Ми зустрічаємось з відомим українським модельєром-дизайнером Олександром Васильєвим. Як говорить Олександр, хочеш бути вільним – почни поводитись як вільна людина і станеш вільним. А почати можна з малого. Долучитися до вільного стилю. Доброго дня, Олександре! Вітаємо! Привіт-привіт! Олександре, чому саме ви стали модельєром-дизайнером одягу? Можливо, це мрія з дитинства чи поклик душі сьогодні? В принципі, вопрос интересный. На самом деле, это все идет с детства. Мама у меня была химик-консультор по образованию. Но купить ту одежду, которая бы ей была бы интересна, она не могла. Не было ее. Ателье она не очень доверяла. И сама себе шила все. Естественно, она ездила в командировки часто. Привозила с командировок журналы мод, такие глянцевые, всякие красивые журналы. Картинки там были интересные. Я их тоже как бы листал, они были, лежали на видном вместе. Листал, смотрел и что-то там думал и тоже как бы интересовался, во что люди одеваются. Ну, а то, что я видел на улице, мне было не очень комфортно от того, что я видел на улице. Люди одевались не очень хорошо. И потом уже где-то в классе 8-9 там какие-то были вечеринки, выпускные, и мы уже с мамой делали там не какие-то брюки, рубашки, что джинсы уже были, особо никого не удивишь джинсами, надо было что-то новое, интересное. И вот так я в это во все влился, и мне захотелось видеть людей стильными, красивыми, с улыбкой. Вы створите свои коллекции только для Украины? Чи за кордоном вы теж организовывали свои показы? Якщо так, то де саме? Прежде всего, одежду я создаю для людей, чтобы они ее одевали, носили и радовались жизни. Это как для украинцев, так я представляю одежду за границей. Это были такие города, как Прага, Москва, Китай. Я участвовал на Харбин Fashion Week, это в Харбине, в городе. Это было в Братиславе, в Будапеште. И также я представлял коллекцию белья в Лионе, это во Франции, которую очень оценили французские критики. Ну а так, прежде всего, для украинцев. Я говорю на Украине.
помогает. Идея всего, что мы создаем, происходит от меня идет, а уже портные, закройщики, конструктора мне помогают. А так все от идеи. Начинается с эскиза, и потом идут примерки, это с моделями, и что-то подкорректируется, что-то обрезается, что-то дополняется, какие-то аксессуары, какие-то новые отделочные ткани. И выходит новое, интересное и бывает даже неожиданное изделие. Но ничего не выкидывается, если что-то сделали портные не так, то легко, благодаря моим идеям, можно трансформировать в новое изделие. Олександр, розкажіть, будь ласка, ви брали або плануєте брати участь у конкурсах або фестивалях? Були, звісно, конкурси. Самий перший конкурс – це конкурс одного плаття був. Там був представитель журі В'ячеслав Зайцев. І він якби оцінив мою колекцію, пригласив к себе на стажировку. Ну, там я представлял два изделия, два платья в разных номинациях. Он оценил. Затем в Лионе, это была первая выставка моя белья с коллекцией. И я говорил уже, что оценили критики. И некоторые изделия вошли это в тренды двух последующих лет. Также это была коллекция для фабрики «Ажур» украинской, и по сей день они используют элементы с той коллекции для производства. Ну и хватит мне, наверное, было конкурсов, а показов много происходит и по сей день. Вы створюєте одяг для українських зірок, акторів, співаків або моделей? Якщо не секрет, назвіть когось. Ну, для мене головне создавати одежду для людей. Я не ділю одежду, ну, я не ділю людей на звезд или мини-звезд или каких-то известных. Для мене всі люди равны. Но одна из моих клиенток, даже не клиентка, а подружка, это Ирина Билык. Я ей создал два таких образа интересных. И вот с ней мне очень интересно и комфортно. И всегда происходит неожиданно. Также я делал одежду для Маши Ефросининой. Света Лобода покупала готовую одежду для политика. Кужель Александры делал. Ну, также еще таких, есть еще пару имен, но не хватит этих для вас имен, я думаю. Но скажу еще раз, это ближе всего мне работать с Ириной Белок. Вы часто подорожуете со своими коллекциями по Украине? Если так, какие места нашей батьківщини мали змогу с вами познайомитись? Я люблю путешествовать, езжу по Украине с коллекциями. Много уже было городов, это и Ужгород, это и Львов, и Полтава, и Днепропетровск, Харьков, Одесса. Что я еще не назвал? Вот вроде бы пока вот эти города. Но это в будущем будут и, наверное, новые. Надо заскочить в Тернополь и Ивано-Франковск. В Сумы, наверное, надо еще заскочить. Кто або що надихає вас на нові ідеї? Прежде всего, меня вдохновляют на моей коллекции люди, окружение, где я еду, где я путешествую. Все, что происходит вокруг меня, это как-то трансформируется в новые идеи. Также общение очень. Благодаря общению тоже какое-то происходит. У меня входит какая-то информация, она потом трансформируется в новые идеи. Путешествия тоже вдохновляют. Ну и общение с такими людьми, как Ирина Билык, тоже помогает вдохновиться. Еще есть такое понятие, как вдохновляешься музыкой. Музыка очень потрясающий материал. Я люблю танцевать в клубах. Это тоже трансформируется как-то. Вообще, это такой вопрос интересный. На самом деле, я не могу понять, как оно идет от меня, но идеи просто фонтанируют иногда. Какие цели вы ставите себе на майбутнє? У меня
Одна из главных целей – это дарить свет, счастье, улыбку людям всем. Это тем, которые соприкасаются с моими коллекциями. Приятно видеть, ну, когда ты выходишь на улицу, люди одевают твои одежки, ты встречаешь людей с твоими одежками. Приятно общаться с людьми на ярмарках разных, на показах, на примерках. То есть я даю людям часть себя, они это берут и трансформируют тоже, это тоже приятно. Также я хочу делать стерильную одежду, чтобы люди смогли просто зайти в магазин и купить мою одежду. Также в целях есть создание детской одежды. Люди, когда я бываю на ярмарках дизайнерских, они просят от меня детскую одежду. И вот была последняя ярмарка в Днепропетровске на прошлых выходных. И тоже спрашивают, почему я не делаю детскую одежду. Вот, наверное, надо задуматься, это будет одна из главных целей на ближайший год. Создание детской коллекции одежды. Побажайте щось людям, які тільки мріють про нові досягнення. Самое главное – это вера в себя. Если в себя не будешь верить, то ничего не получится. Надо нести свет людям. Даже если кто-то начинает какое-то новое дело или учеба чего-то нового начинается, если что-то не получается, это с первого раза, то придет второй раз, третий раз. И какой-то придет раз, когда все получится. А у кого-то может и с первого раза получится. Поэтому, опять-таки, вера в себя и в свои силы. Этого не будет, то ничего не будет. Дякуємо вам за интервью. Ми бажаємо вам багато нових вдалих ідей, творчості та натхнення. Дякуємо! До нових зустрічей! И вам спасибо огромное за интервью, мне было приятно с вами общаться, познакомиться с вами. Я вам желаю достижений новых высот, счастья, улыбки, и чтобы ваша жизнь была безоблачной и счастливой. И у меня еще для вас есть маленький такой головной убор от нашего бренда. Какой тебе будет головной убор, это только ты будешь делиться со Снежаной, хорошо? Угу. Хорошо? Хорошо. Ну, давай опять. Спасибо тебе огромное. Расти счастливой. Ты, Снежана, расти счастливой. Будьте счастливы. Подписывайтесь на наш канал Микс Бум. У нас еще много новых встреч, интервью и сюрпризов. С нами весело и интересно. Пока!